Сейчас сотрудники паркового хозяйства занимаются санитарной обрезкой деревьев. Под пилу отправляются ветхие стволы и хрупкие ветви, проводят и омолаживают обрезку деревьев. Так нередко у тополей срезают всю крону подчистую, летом они обрастут. На теплое время года у паркового хозяйства большие планы. Они высадят 2500 деревьев и кустарников. Большая часть саженцев появится на улицах и в придорожных аллеях. Зазеленеют и новые районы по улицам Лермонтова, Торосова и Некрасова. Из привычного – березы, сосны и тополя. Из необычного – маньчжурский орех, дуб, разные виды яблонь и кленов. Эти деревья обладают листвой необычного цвета и пышностью. Деревья должны быть разные и по фактуре, и по габитусу, и по окраске листвы, и летней, и осенней. Чем больше будет это разнообразие, тем привлекательнее будет внешний вид нашего города.